дарабаларын дағаттар үте көнінен. Здравствуйте, друзья, добрый день. Беги долган артылларын өреттен ехәбет. Мы продолжаем наши занятия на долганском языке. Мен атым Галина Николаевна. Меня зовут Галина Николаевна. Я буду вести наши уроки. Бүгінгі урок бұта татаңыз. Тема сегодняшнего урока – одежда. Бұлыргі дылғандар таңыз тараманны кәті. Тетағы таңыз, өлінік таңыра таңыға. Таңыздарын айулатчы әтелері ауруынан, басқой ниттерінен, торго ойуынан, онтон тири ойуынан. Старину долганская одежда различалась по назначению: промыслово-охотничья, погребальная и празднично-выходная. Украшалась одежда ярким узором из бисера, из цветных ниток, меховой мозаикой и полосками яркого сукна. Где они таңастылары өйдем? Запомните слова, обозначающие одежду. Алаки, алаки, детские меховые штаны, ползунки. Гелама, гелама, хангыяк, хангыяк, парка, женская национальная одежда. Дябыла, дябыла, меховые чулки. Хага, хага, воротник. Хукуй, хукуй, верхняя одежда с капюшоном. Хон, хон, пальто. Хутуро, хутуро, мужские наколенники. Копо, копо, шуба из оленьей шкуры. Энтыка, энтыка, повседневная меховая шапка. Этербес, этербес, гуруми, гуруми, высокие мужские бакари. Чорчокот, чорчокот, короткие бакари. А на капсете гербитигер тут топут бытыллары. А сейчас составим предложение. Хонукет, тахара тымный быт. Хонукет, тахара тымный быт. Надень пальто, на улицу холодно. Тетем кетер гурумилары. Тетем кетер гурумилары. Папа носит бакари. Инем кетте толбон оюла ханыягын. Инем кетте толбон оюла ханыягын. Мама одела парку с узором из меховой мозаики. Огурола кетербес, огурола кетербес, женская обувь с бисером. Бүгін биги таңас тугунан кепсетті бит. Сегодня мы поговорили на тему одежда долган. Урок пут бүтті, нячаскан доғаттыр. Урок закончился. До свидания, друзья!